Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Чувак, мой друг хороший, очень нравится игра Red Dead Redemption 2, которую мы в прошлой серии с вами играли, и я, наверное, буду GTA 5 и Red Dead Redemption 2 по чередующейся проходить. Сначала одно, потом другое. По серия GTA 5, серия Red Dead Redemption 2, серия GTA 5, серия Red Dead Redemption 2. Может быть, я, конечно, поменяю ходы, а может и нет. Ладно, идем домой к Флойду. Ну что, Тревор? Хороший парень. Почти как родственник, верно же, Флойд? Точно, да, Тревор, да. Дело вот в чем. У меня было мало женщин. Найти подходящую очень трудно. А Дебора, мы пожениться хотим, так что... Ого, чудесно как. Боюсь, что она меня бросит. Тут ты видел, как здесь не прибрано? Мистер Малина. Мистер Малина погиб смертью храбрых. В процессе доставил огромное удовольствие одинаковому человеку. У меня не очень большой член. Девушки смеются, когда его видят. Ну-ка, покажи. Покажи. Не, я не хочу. Вот, ну ты смотри. Задача, и он справляется. Ладно, Уэйд говорит, что ты в порту работаешь. Да. Посмотри на меня. Сэр, вы не могли бы убрать свой шланг? Боже мой. Да, я работаю в порту, и... Там есть что-нибудь интересное для таких людей, как я, а? Ну, не знаю. А что вы за человек? Я тот самый человек, Флойд. Тот самый. Так, давайте-ка переоденемся все вместе, а? Ты, Уэйд, твой маленький бренд Спрот. Давайте прокатимся. Джентльмены, врата в Америку ждут нас. Рон, есть человек в порту Сантоса, и отправляю тебе кое-какую информацию. Хочу, чтобы ты помог мне составить план. Понял, мне очень не хватает. Да, сейчас будет, короче говоря, миссия, где надо будет контейнер грузить. Не очень мне эта миссия, честно говоря, нравится. Грузить эти контейнеры, это как-то не по мне. I stole a pencil in elementary school, and I've been regretting it ever since. Boy, it always was your stick in the mud. Look, sir, please, just tell me what you want, and I'll do my utmost. Короче, я пересмотрел вчера серии у себя по GTA 3, и в последней серии, в пятой серии, в последней миссии, которая там проходила, где там за кудрявого Боба надо было преследовать на такси, который ехал. Вот он, короче, встретился с женщиной, парнем каким-то. Эта женщина, оказывается, Каталина. Главная антагонистка GTA 3. Я ее что-то не опознал. Я не опознал, что это Каталина. Ну, я, наверное, на титры смотрел, на субтитры. И поэтому не опознал. Ну, хорошо, хоть нам не пришлось за ней гоняться. Но еще придется. GTA 3, я думаю, мы не бросим. Ну и скоро, конечно же, будет... четвертый сезон по GTA 4.
который называется «Баллада о гей-Тони». Будем проходить дополнение. Потом в пятом сезоне «Пропащий обреченный» будет. Я вообще планировал на новой графике ЕНБ поставить красивой графикой на GTA 4 дополнение, но решил, что лучше не делать этого, потому что игра с этим работает хуже. Кат-сцены, например, там вообще работают ужасно с такой графикой. Так что будем играть на обычной графике. А вот и босс, мне нужно отметиться. Запомни, Флойд, все может накрыться очень быстро. У нас оттечка отходов. Место в команде уборщиков. За горячий обед, Уэйд. Сынок, надеюсь, у тебя крепкий желудок. Заходи. Заходить туда нельзя, если бы мы зашли, мы провалили бы миссию. Потому что Тревора опознали бы. Закрытая воздушная зона, они не пропускают сюда без разрешения никого. А если понадобится, то собьют. А если кому-то надо быстро войти и выйти с территории? Для нас есть порт, который... Береговая охрана там чё? Есть катера, маленькие, мало ли, корабли быстрого реагирования, там катера. Вот сухогруз, которым я говорил. Как ты думаешь, что там? Мы простые игрушки, что в контейнерах нам знать не положено. Ну, с ним армейский груз какой-то, видимо. Блин, офигеть, как реалистично выглядит это все. Даже GTA 4, по-моему, нет такого супер-пупер реалистичности. Нам нужны двое ребят для этого погрузчика. Нужно перевезти пару контейнеров. Это не просьба, причем, а приказ. Давайте, так что давайте за работу, блин. Залезайте. Не надо его задавливать. Нам надо просто выполнить его приказ. Расслабься, нервничать не надо. Только рядом с вами просто... Кузен Уэйд совсем один. Надеюсь, он выдержит, не проболтается. Все будет супер, сейчас в команде мусорщиков. Парень счастлив, когда ему говно за шиворот льется. Не надо. Как бы его схватить, а? А, поднять надо. Да, два контейнера надо перегрузить сейчас вот этих вот больших. Вот так вот. А хотя нет, я думал, от первого лица это ничего не будет видно из-за контейнера. Если его поднять высоко, то все нормально вроде бы. Более-менее что-то видно. Только попробуем поставить его. Вот так. Еще есть второй. Надо бы получше этот сухогруз рассмотреть. Ближе нельзя подобраться. Надо отослать фотки моему корешу Рону. Надо разглядеть эту штуку как следует. Здесь одни краны. Краны? Это супер же.
Так, второй груз. Тревор! Clamp it on now! А, он сам магнитится, получается. Being a stevedore used to be back-breaking work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized shopping cart. Если его вот так поставить, то реально уже ничего не видно. With the say no more. You didn't fillet no one, but darling Debbie probably did. She probably enjoyed it. На пофигу, как ставить вообще. Можно так поставить прям. Так, теперь можно залезть на кран. Так, на этот что ли забираться надо? Интересный танкер, надо бы его действительно получше разглядеть. Так, погрузчики. Ой, блин. Не очень нереально. Эта миссия нравится, где надо грузить. Я уже час крановщик. У меня нет лицензии на ее управление. Хочешь, чтобы я позвал сюда представителя правого союза? Чем скорее залезь в кабину, тем мы быстрее уйдем отсюда. Давай по этому мостику. Потом спустись в кабинку. Да-да-да. Хорошо, хорошо, блин. Я уселся, что дальше? Ой, не на ту кнопку нажал. А, от первого лица нельзя смотреть. It's hooked up, so lift it high enough to clear that container stack. Давай, давай, быстрее. Take us to the other end. Езжай в другой конец, в пятый участок. До самого конца. Да, а, одновременно их нельзя двигать. А, сюда и надо поставить. Сейчас, сейчас. Так, чуть-чуть. Нет, 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 нет. Сигнальщик и крановщик. Мы отлично сработались. Давай еще раз. Выбери второй красный контейнер в самом конце. Да, я знаю, что надо в это самое выбирать. Блин, все время путаю. Да е-мое. Так, еще один. Ой. Нет, 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 нельзя его. Упустить контейнер. Ага. Не очень точно встал, получается, что ли? Так я прям на грузовик же ставлю. Да ж, в смысле? Чё не так-то с этой игрой? All right.
Отлично. Все готово. Сделаю пару снимков прямо отсюда, наверное. Как будто я не знаю, как включается камера. Я все знаю, блин. Передняя часть корабля. Как фотку сделать? Сфотографируйте охранника. Заднюю часть корабля. Так, как тут спускаться? Я получил фотки, накопаю инфы и перезвоню. Окей, окей. Очень эффектно спустился, блин. Я покажу вам, где склад, давайте. Этот грузовик никому сейчас нафиг не нужен. Медленно и быстро едет, кстати. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. We're going in. Давайте на склад ехать. Что за ждать? Не рекомендую на GTA 4, да и на какие-нибудь другие GTA-шки устанавливать графические моды. Они с ними игра будет работать хуже. Поставил ЕНБ 1. Ночью небо не работало как попало, пиксели были светлые, то есть не прогрузилось никак ночь. Переустановил. Катсцены в оригинале. Катсцены работали. Опа. Вот что бывает, когда водители отвлеклись и не смотрят на дорогу. Ладно. Ладно, давайте еще раз. Я, наверное, оставлю этот фрагмент видео, почему бы и нет. Наехали прямо на бак, который взрывается. Отвлекся. И не посмотрел, куда поехал. Открывайте, открывайте быстрее. Короче, катсцены работали как попало, там графика вообще засветленная, не видно ничего. В помещениях, где слишком много света, тоже не видно ничего. И... мышкой там будешь крутить, там небо может стать красным или нормальным. Глючит небо. С этими графическими... эти графические моды сырые. И проработаны. А, вот сюда мы наехали с вами и взорвались. Надо смотреть на дорогу, а то с вами такое же может случиться. Так, нельзя, чтобы контейнер свалился.
from yourself. We ain't heard from Wade. What are you, his mother? He's fine. Эй, стоп, остановитесь. Здесь проход закрыт. За это запретная зона. Не понимаю, о чем вы говорите. Манифесто здесь указано. Куда ты собрался, а? Он, наверное, запутался. Парень не говорит по-английски. Он неправильно прочитал указания. Пригодится. Извини, я не смогу тебе помочь. Жаль, что я не могу перестрелять всех чуваков. Ну не поделаешь ничего, не поделаешь. А как нам отсюда выбраться? Надо на дорогу выехать и там такси заказать, чтобы добраться до квартиры. Здесь-то не ездят машины же. Да и такси, тем более, что они будут тут ездить-то? А после этого куда нам направиться? Блин, мы эту миссию реально долго проходили, что-то вообще. Ой, здоровье уже убывает. Так, все, выбираемся отсюда и... Алло? Тревор, твои снимки, это же находка. Это корабль Мэриуэзер. Да, расскажи мне про этот корабль. Если один человек станет на мосту с пушкой, а второй подберется на борт, у нас будут все шансы захватить корабль. Похоже, у нас под палубой все еще контейнер, какой-то правительственный груз. Вероятнее всего, военная техника. Да. Я только что манифест нашел. Давай за работу. Да, да, я разузнаю все про Мэриуэзер и сообщу. Где-то у меня было досье. Ладно, где такси? Вы можете прислать такси сейчас же? Да не вопрос. Такси подъедет через пару минут. Куда он, интересно, чемодан только спрятал? А, вот они. Стой. Ладно, все, сейчас мы доедем до квартиры. И все пучком будет. Да, срач, конечно, тут еще тот. Фу, что это за вонь? Я пытался это остановить. Но оно... Все шло и шло. Не будет, товарищ. Порный труд для тебя, фу. Фу, как воняешь ты. Осталось только разработать, короче говоря, план.
Так, это нам не пригодится. Это же баба его. Хотя она даже не красавица. Почему Флойд позволяет так с собой помыкать? Все дело в заниженной самооценке. Нам нужно его реанимировать. А теперь... Так, супер. Понаблюдав за ними, я уверенно могу сказать, что эти дебилы из Мэриуэзер, думаю, у них там штуки две, хотя нам и одной, в принципе, хватит. Первая на сухом грузе хранится, что стоит в трюме. У них полно охранников в этом корабле, видимо, она у них там про запас. Как только мы начнем все воздушные, наземные, морские пути, порт будут перекрыты. Вот они отмечены. А это значит, нам придется взорвать корабль и захватить груз прямо над водой. Нам нужен парень, который установит бомбы, парень с винтовкой, который посмотрит за ним, и парень, который заберет ту штуку, которая окажется под водой. Конечно, это означает, что нужно украсть подлодку. Ты ведь ее сможешь раздобыть? Вторая хрень — испытание неподалеку от берега. Они управляют всем из дока, где я последний раз видел твоего кузена. Нам понадобится подлодка и, скорее всего, вертушка побольше. Мы отправимся туда, найдем эту фигню под водой, притащим сюда и выясним, что это такое. Сюда, прям в квартиру? Ай, ладно. Что же мы будем делать? Грузовой корабль или подлодка? Я бы выбрал бы морскую авантюру. Потому что ее очень редко ютуберы по прохождению выбирают. Но грузовой корабль захватывать, это гораздо круче выглядит, поэтому я выберу его. Самое вкусное на корабле ведь, да? Вы с Флойдом нам поможете. Мы еще возьмем Майкла и его стажера. Так, ладно. Откуда этот запах вообще? Так, мы сразу идем к местному профсоюзному боссу. Тут Уэйд получил травму на рабочем месте. Человеческие отбросы. И, к сожалению, нормально пахнуть, наверное, не будет. Ты же член профсоюза, у нас все получится. Ты посмотри на него, ну-ка, понюхай его. Тревор, я поверить не могу, что ты планируешь ограбление у меня на работе. Вредили Дебру. Послушайте, это женщина и профсоюз. Это все, что у меня есть. Может быть, мы спустим все на тормозах, а? Видите, я совершенно безразличная судьба твоего кузена. Тогда ладно. На твоем месте я бы все подумал. Нет. Никакого полоскания давайте, не надо. О, вот такая вот долгая миссия, короче, была вообще. Наверное, стоит выполнить еще одну. А, Тревор, привет. Привет, Майки. Слушай, мне нравится Лос-Сантос, я ведь в своей тарелке. Завтра я делаю первую очистительную клизму. В общем, у меня есть на примете одно выгодное дельце. Да, хорошо. Еще бы нехорошо. Слушай, мне надо кое-что подготовить, но перспективы всегда радужные. Хочу, чтобы ты привел того парнишу, с которым ты тусишь, Франклина. Давайте пойдем к Франклину, почему бы и нет. И выполним его задание. Ну, точнее, там не его задание, там просто какая-то встреча будет еще. Доедем на такси также, наверное, почему бы и нет. Выполним. Поедем на букву Франклин. И на этом закончим точно. Потому что эта разведка в порту реально долгая вообще была. Капец, какая долгая. Не люблю эту миссию. Серьезно, вот. Ладно, ждем такси и едем к Франклину. А сколько время, кстати? 5 утра. Ну, 5 утра это нормально. Доедем как раз-таки в 6 утра.
Where can I take you? Давай, грузись быстрее. Франклин опять у своей тети почему-то тут. Фургон Ламара стоит. Франклин же... Франклину Лестер же купил новый дом крутой в Вайнвуде. Ты говоришь направо? Я говорю, будешь о чем? Будешь пациентом? Я говорю... Кто это? Привет, милочка. Ух ты, Франклин. Ты не говорил, что у тебя есть сестра. Я Деннис. Живу вместе с Франклином. Это моя тетя вообще-то. Высохшая сестра моей матери. Да заткнитесь вы уже. Вот, дорогая. Почему бы тебе не пойти и купить что-нибудь красивое? Спасибо. Это $7? Я сказал красивое, а не дорогое. Вот же быть жадной мерзкой коровой. Теперь убирайся отсюда, давай нафиг. Вы все мужики одинаковые. А ты вообще что здесь делаешь-то, алё? Я решил потусоваться со своими корешами. Чё? Я новичок в городе. Собожу друзей, ясно? Я собирался отдохнуть вообще-то. Но этот клоун мне все планы обломал. Я заглянул сюда, чтобы тебе об одном дельце рассказать. Что это за дельце, я люблю дела? Я не с тобой говорю. Так давайте это вместе все сделаем. С каким делом-то? Короче, это дельце встреча. Прекрасно, мы банда. Идем. Шли. И что же это за дело-то? На Гроу-стрит. Гроу-стрит? Там... Там должны жить братья Джонсоны. Там живет Си-Джей. Ну, к сожалению, сейчас он там уже не живет. GTA 5 мы его не увидим. Но в том месте дом Си-Джея находится. Гроу-стрит — это то место, где игра начинается. С GTA San Andreas начинается где? Там, на Гроу-стрит. Вот и Гроу-стрит. Она сильно поменялась, дома Си-Джея уже нет. Его, видимо, снесли и построили другой. Этот кореш живет здесь. Вот в этом месте Си-Джей был. Сейчас его тут нет. Там дом Свита. Там дом Оджилока. А это бывший... А здесь раньше жил Райдер. Си-Джей говорит... Разработчики говорят, что Си-Джей жив. Курьерская служба. Я приехал за посылкой. Бабки с собой? Конечно. Отчетность в порядке. Нравится? А это кто? Это не встреч. Пробу. Я понимаю. Горло уже не имеет. Все будет путем, нигер. Поехали. А мне можно? Нет, чувак, мы уезжаем. Дай-ка мне пробу с другой стороны пакета. Слышал, что ты вдруг сказал? Вам про... Дай сюда, иди сюда. Чё за хрень вообще такая? Мы заказывали кило или уницы? А это штукатурка какая-то. О, у нас проблемы с клиентами какие-то. Балласы! Балласы! Блин, хорошее место забрались, потому что спрятаться негде.
Еще один. Черт, они крепко стреляют. Блин, у нее тучки на лице уже. Блин, баллосов что-то все больше и больше становится. Блин, Франклин в опасности, не надо его переключать пока. Где еще? Где, который сверху стреляет? Ой, тут еще и полиция. Нас заперли. Вниз, к речке, быстрее. Оружие на землю. Для вас все закончилось. Ничего не закончилось, давайте. Руки вверх, освободите нам вот эти лодочки. Ну и вонище тут, а. Вы арестованы, остановитесь и ожидайте полицейский катер. Да пошли вы нафиг. Чувак, тебя несет. Блин, вертолет стреляет сверху. Давайте разделимся и заляжем на дно, наконец. Да пошли вы в жопу, полицейские, на катерах. Вот, наверное, не надо было стрелять по полицейским. Хотя чё, мы в любом случае скроемся от них. О, как от первого лица это смотрится, блин.
Поворот, поворот, скорее, поворот. Надо тут. Блин, они меня в тупик загоняют. Нет, они меня увидели. Сейчас как я от них скроюсь, блин? Да пошли вы нафиг. Блин, какие волны здесь, а? Так. Не останавливаемся. Давайте бежим, 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 бежим. На берег, давайте на берег. Да, миссия выполнена, и мы упали. Ладно. Такие вот две миссии, короче, сегодня у нас были. Не маленькие, скажем так. Ладно, на этом закончим. Я никак не могу забраться наверх. Ладно, короче, всем спасибо, что смотрели это видео. С вас лайкос и подписывался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.